Добрый день, или доброе утро, или добрый вечер, дорогие друзья. Не могу не снять, иду мимо скал, снова к роднику. И снова иду к священному озеру. Смотрите, конечно, это удивительные скалы, как будто их резали ножом. Как будто это шоколад вот там вот. Очень странно. Сооружение невероятное. Конечно, это что-то. Здесь продается все, что ни попадя. Но вот, посмотрите, какие удивительные скалы. Ну, не может природа так резать. Видимо, это результаты. Ну, я вижу, что это результаты были магмы, которая вышла, может, из океана. Да, там вот я вижу, в океане тоже есть камни. Да. Я не могу не снимать это, потому что это фантастика. Смотрите. Да, вон вообще камни, камни, камни и камни. Кругом. Дорогие друзья, я сейчас пока не делаю передач, еще не готова таких с размышлениями моими, потому что я очарована вот этой всей красотой Гоа. И мне нужно хотя бы налюбоваться на нее. Смотрите, вообще просто смотрела и слушала океан. Стучат барабаны. Очень красиво, невероятно. Ё-моё. Как прекрасно это все. Но я долго не буду вас утомлять. Уже все на этом заканчиваю. Пусть это все останется в вашей душе.